Приветствую вас! С вами снова на связи Владислав, и сегодня мы с вами разберем заключающий макроэлемент, то есть калий. Калий участвует в образовании белков и углеводов в клетках. Более того, повышает устойчивость растений к болезням и холоду, улучшает их вкус и качество плодов, а также овощей. Дефицит калия блокирует дыхание растений, и таким образом температура листа повышается настолько, что клетки сгорают. Это происходит в основном по краям листьев, где вода испаряется больше всего. Симптомы дефицита калия следующие. Края кончиков молодых листьев зреют, а затем приобретают некротический ржавый цвет и со временем скручиваются и засыхают. Второе – это цвет листьев от края к жилкам становится желтым и образуются некротические ржавые пятна. Третье – листья сначала скручиваются немного, а затем радиально на кончике, после чего целые части листьев некротизируются, скручиваются дальше, пока листья полностью не отпадут, причем сначала отпадают более старые. Для устранения дефицита калия можно воспользоваться гуматами калия, например, такими, как Иван-Овсинский. Поливая с ним, вы сможете с большей вероятностью избежать дефицита калия у ваших растений. Спасибо за внимание, до новых встреч!